«Лебединое озеро» – один из тех спектаклей, в котором наиболее полно проявляется индивидуальность и мастерство артиста. В одном из последних спектаклей Большого театра приняли участие звезды мирового балета Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, и Денис Матвиенко, премьер Киевской национальной оперы. С Дианой Вишневой мы встречались в то время, когда работал в Мариинском театре. Это была постановочная Алексея Ротманского «Золушка». Сама даже она была пылкая и страстная, в меру сексуальность, в меру возбужденность, это, мне кажется, должно быть. У Дианы как раз было все на том уровне, который нужен. Мне очень близка редакция Григоровича, и я очень рада, что я станцевала, и благодаря Иксанову, Ротманскому, которые меня пригласили. Вообще много танцую, знаете, когда уже тело, каждую клеточку чувствует, каждую клеточку знает, и те люди, которые всегда поддерживают, любят меня и помогают, все это в совокупности дает такой результат. Назад. Было задумано,